father is a sight to me, though, no different to the child with the smiling photo. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers for my number when I see the man. Всем привет, с вами Зяблик, а точнее Крис и Док. Мы продолжаем снимать Fallout. Первую часть. Первую часть. Что ж, давай, на чем мы остановились? Чуда, мы делать? Остановились на городе Хаб. Мы пришли сюда, чтобы найти фильтр. Где-то тут находятся ребята, которые о нем что-то знают. Мы должны их найти. Так как фильтр — это наша главная задача сейчас. Потом уже будем разбираться со всем остальным. Потому что времени, как вы знаете, у нас не очень много. 118 дней осталось. В прошлой серии мы закупились немножко. У нас 420 патронов на охотничий винтовку. Дофига патронов на дигл. И на мистовочку. Итак, нам нужно найти водную компанию. Где они находятся? Где они у нас находятся? Так. Вот. Water Merchants. Торговцы водой. Или как они? Карлик. А. Видите, караванчик. Что он какой-то... Не очень караванчик. Так, вот они, эти торговцы водой. Только как к ним зайти? Дверь, открываем ее, заходим. Так. Кто что хорошего скажет? Работника водного каравана. Говорит с Мартой. Где Марта? Охранник. Охранник. А, вот. Вот, с кем надо говорить. А, мне все равно, что они говорят, нам нужны новые детали. А, да, извини, что я могу сделать? У вас есть водяной чип? Стена очистки воды, убежище. Что ты не найдешь здесь такого? Черт! Что делать? Нам говорят, что в некрополе будет какая-то польза, но почему я спрашиваю? Давай, некрополь, почему им нужен чип? Мы на самом деле, конечно, в положении. Однажды мы пытались завязать торговые отношения с некрополем, но они отказались с нами торговать. В наше время никто не... Кто-то из здравого момента, да? У них нет надежной замены. Я думаю, что у них должен быть собственный очиститель. Иначе они бы давно уже умерли. Так тебе нужно, чтобы мы отправились в твое убежище? И сколько это будет мне стоить? 2000 крышек покроют расходы на первый караван, я уверен, что в твоем убежище найдется что продать. Однако, исходя из чего? Наших текущих запасов, я думаю, мы сможем снабжать твое убежище лишь в течение 100 дней или около того. Это, получается, нам добавится из... А? Чё? Короче, мы можем добавить еще 100 дней к нашему сроку за 2000 крышек. У меня всего 2000 крышек. Не знаю. Может, нас сказать, убежище сможет позаботиться о твоих затратах и заплатить 1000. Можно, путь не близок, но убежище полно товаров. Это 500 крышек. Так, я не понимаю, ну, первое, ладно. Это убежище, третье, чё? Все три одинаково, но цена меньше. И, наверное, шанс то, что она согласится, меньше. Давай третье, чё? Мне очень жаль, но я могу принять только всю сумму. Ну давай, хорошо, вот мне деньги. Так, да, ладно. Мы рисуем подробную картину пути к твоему убежищу. Для любого, кто в этом заинтересован. Если мы согласимся, то в убежище смогут попасть... Это в дальнейшем, я думаю, нам будут проблемы. Может и нет. Короче, ладно. Я думаю, что... Решай сам, чувак, да. Я думаю, что убежище нуждается в воде. Хорошо, они будут дать связи.
Убежищу нужна вода. Так что, теперь надо что-нибудь купить. Оба-на. Фляжечка. Фляжечка из убежища 13. Не понял. Так. Откуда у нее фляжка из убежища 13? Ладно, у нее нет ничего полезного. Пока. И что можно еще спросить? Мне нужна работа. Хран-караван. И что делать? Ладно. Чего давай, что там где опять? Так, да ничего вроде. Надо. Судя по всему, у нас добавилось 100 дней еще, да? Да, 218 дней. Ура! Повезло, чувак, тебе. Можно пойти поразбираться со всякими бандитами в Чангтауне. Ну. За это дополнительное время. За еще дополнительное время? Не, ну, за это. Не, в смысле, за это время, которое нам дали. У нас теперь 200 дней вместо 100. Я думаю, нам этого будет предостаточно. Думаешь? Вдруг опять что-нибудь не так. Рейдер. В прошлый раз забыли веревку. Стоп. Они мне не дали наводку на... Этот самый, как его, некрополь, чтобы узнать о водном чипе. Ребята, ну-ка, можешь что-нибудь сказать еще? Нет, она больше ничего не говорит. Ладно. Где я могу найти некрополь? Где мне искать этот проклятый некрополь? Чёрт. Это плохо. Ну ладно. Пойдем в Джентаун, там разберемся с делами. Со всякими бандюками и так далее. Потом пойдем дальше по сюжету. Ой, пип-бой. Карты и Джентаун. Стоп. Нет. Машиночка. Надо идти сюда. Нет, не хочет идти. Значит, надо идти туда. Что тут еще есть интересно? Что это за знамя? Со знаком радиации. Что у нас тут? Что у нас тут за трупы? Ну что? А. Понятно. Пациенты. А, чего ты хочешь? Не знаешь, где бы мне найти водяной чип? Не слышно. Нет, компьютерный чип, он нужен для системы очистки воды. Черт. Нет, целитель, нет, услуги мне не нужны. Ладно, позже. Это кто такой? Джейн. Здрасте. Чем вы беспокоите старейшину собора? Что за собор? Меня заинтересовала ваша церковь, я хочу побольше о ней узнать. У вас есть буклет? Если ты еще будешь меня дразнить, прикажу тебя вышвырнуть. Но я вас не дразню, честное слово. Зачем ты здесь? Что привело тебя в чадо собора? Фанатики. Я ищу знания, мне бы хотелось бы узнать у вас побольше. Принадлежу ли я к членам собора? Нет. Это как? Удовлетворение от сознания того, что ты работаешь над воссозданием планеты и делаешь мир лучше ради потомства.
Мне так не кажется, звучит немного подозрительно. Веруй во что хочешь, но делай это в другом месте. Можешь идти. Понятно, все. Еще одни фанатики. Ладно, надо валить из этого города уже. Больше тут, наверное, ничего полезного нет. Для нас. Маркет. Так, нам нужно Джанг Таун. Стоп, нет. Еще прогуляемся немного. Тут никого. В этом домике кто-нибудь есть? О, кто-то есть. Чувак, скажешь что-нибудь? Чем могу помочь? Что ты знаешь о хабе? Ну, по-разному становится. Вот еще вопрос. Кто здесь следит за порядком? В полицейском участке. Пройти же на улице. Можно еще вопрос? Где тут продают оружие и боеприпасы, мы это знаем. Что ты здесь делаешь? Охраняй караманы, помогаю фермерам. Спасибо за информацию. Всего хорошего. Зайдем еще сюда. И уже, я думаю, свалим с этого города. Полицейский. Понятно. Местный полицейский участок, кажется. Это кто? Дэн и жена Дэна. Что скажет Дэн? Какие это услуги ты предлагаешь? Что это за большая тройка? Большая тройка — это крупнейшие торговцы во всем мире. Может, не во всем, но здесь так точно. Ладно, спасибо, пока. Все, валим из этого города. Валим из этого города. Это что у нас? Свечение, могили, братство. А, вот и некрополь, кстати. О птичках. Можно пойти сразу в некрополь и проведать там, ребят. Узнать что-нибудь о чипе. Черт, как-то хочется и обратно в Джанктаун вернуться и сразу в некрополь идти. Ой, ладно, некрополь так некрополь. Только не нападайте на меня по дороге, я вас умоляю. Молодцы. Местоположение некрополь. Отель. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Здрасте. Ненавижу болей. Диких. Так, это сюда, и это сюда. Не ошибись. Так. Ой. Простите. Ё-моё. 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 Ребят, вас тут многовато. Попал? Ой, попал. Ну, я пришел в некрополь, тут немножко многовато гулей. Не, ну гули — это хорошо. Запусти их. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 гулей. Ё-моё. Боеприпасы закончились, зашибись.
Так, ладно. Отмена. И надо сначала сохранить. 6 сохранить. Минут 20. Я не ставил. Ну, не ставил. Не-не, какая нафиг дота. Ладно, ладно. Сейчас убивают гулей. Я их не люблю, но я люблю их убивать. Так, нет. Вот поэтому шанс попадания меньше. Вот поэтому. О, голова. Вот. Кому еще? Поэтому. Сейчас тут по-быстрому издалека всех гулей перестреляли. Лейт срубит. 15. Мало. Так, сейчас гуля обыщу. Они 100% все пустые, да? Черт. Машина. Монетку. Ну, да не только, там заколки можно найти, всякую фигню. В общем, ну что ж. Отель. По неотложным, по некоторым неполадкам. Ага, конечно, некоторые неполадки. Прервём запись. Fallout. Я не виноват, я не люблю доту. Это они меня зовут. Это они меня зовут. Ну-ка, сколько у нас? 24. И лишает сознания? Только лишает сознания? Чё? Да, вот. Вот. Ещё один идёт. Чёрт. Да. Бум. Так. Черт, их двое, мне надо перезарядиться. Да, он говорит в это время. Там только Fallout не отвечает. Да, они же меня сейчас порвут. Что же, в следующей серии? Знаете, в следующей серии. Не-е-е. Надо же отбиться. Сохраниться во время боя же нельзя, вроде. Или можно. Сейчас, отобьемся, и все равно. Не. Можно и. Но он больше очков 10 этого не тратит. Да. Боеприпасы. В глаз. Так. Это меня сейчас ударит. Блин, двустволка фиговое оружие. Каждые два выстрела. Ну, каждые два выстрела перезаряжать это как-то. Я вообще двустволки вот в играх не сильно люблю. Так, давай, выходи. Не, ну в некоторых играх прикольно. В том же Алане Вейке, блин. Так, перезарядка. Бой закончен. Обыщем автомат себе колы. Не, у меня. Ладно. Стол. О, 4 фонарика. Отлично. И C4. Ну, не C4, конечно. Взрывчатка. Мусор, стол. Что-то еще можно обыскать. Сейчас по-быстрому надо все обыскать. И... Тут уже гули. Ладно, вот этот стол обыскиваю и все. И заканчиваем. 3 стимулятора. Это очень хорошо. Теперь надо попробовать первую помощь. Потом доктора. Говорят, это помогает.
у вас не получается исцеление и доктора. У вас не получается исцеление. Первая помощь она вроде меньше восстанавливает. У меня доктор меньше прокачан. Да ну нафиг! Воткнем стимуляторы, норм. Ладно. Так, мне нужно не быстрое сохранение игры. Я помню, что было в прошлый раз при быстром сохранении. Нифига не сохранилось. Ладно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. Хорошего настроения.